Это «Россия-24». Возвращаемся к первой теме выпуска. Как минимум 50 человек погибли, более 150 пострадали от сильных лесных пожаров в Греции. Общественное телевидение уже называет случившееся национальной трагедией. Местные власти ввели режим чрезвычайного положения. В тушении пламени участвуют сотни пожарных, в том числе на самолетах и вертолетах. Вот что нам рассказала российская туристка, которая сейчас находится на Крите. Вчера возвращаясь с южного побережья острова Крит, в районе города Врисос, мы увидели сначала легкую дымку. Чем ближе мы подъезжали, дымка становилась плотнее, и мы увидели несколько очагов пожара. Приближаясь, мы увидели действительно такие очень высокие языки пламени. Это было в нескольких местах. Мы застряли в такой небольшой пробочке, и пока мы стояли, на нашу машину падал пепел. Стало действительно страшно. Машины пожарные начали подъезжать, пытаясь потушить. Можно сказать, что пожар был достаточно сильный. Сегодня вот уже утро. В отеле также пускают, туристы ходят, идут на пляж. В нашей части острова все достаточно спокойно.